После того, как в одном из лесничеств Порецкого района обнаружили трупы двух кабанов и у них подтвердили вирус африканской чумы свиней, в районе с 15 декабря объявили карантин. Но для паники причин нет. Инфицированных животных обнаружили далеко от населенных пунктов. Сейчас делается все, чтобы загасить инфекционный очаг и предотвратить распространение возбудителя болезни африканской чумы свиней на территории республики. Для проведения профилактических противоэпизоотических мероприятий в резерве имеются, в принципе, все необходимые дезинфицирующие материально-технические средства. Пока никаких таких изъятий, как в прошлый раз, происходить не будет. Здесь нет необходимости. Просто надо соблюдать те требования. Для человека это заболевание не опасно, но вот экономике может нанести серьезный урон. Порецким районам будут сейчас проведены сходы граждан в каждом населенном пункте рядом, для того, чтобы вот это вот напряжение снять. Со всеми соседними регионами работу провели. Сначала тоже, так как информации не хватало, они отказывались принимать продукцию Чувашской республики в некоторых регионах. Мариэл, допустим, на сегодняшний день все эти вопросы сняты, никаких проблем нет.